Близится Новый год, а вместе с ним и покупка салютов. Приобретать пиротехнику нужно только в специализированных магазинах. Перед покупкой нужно потребовать сертификат, а также проверить срок годности изделия. Обязательно стоит проверить целостность упаковки. Для продажи доступно три класса пиротехники – хлопушки, фейерверки и салюты. Третий класс считают наиболее опасным, поскольку радиус действия достигает 30 метров. После приобретения хранить пиротехнику тоже нужно правильно. Нельзя оставлять ее в подвалах, рядом с батареей или обогревателем и в сырых помещениях. Перед запуском нужно ознакомиться с инструкцией. Для исключения различных происшествий городскими округами определены 27 площадок для запуска пиротехнических изделий третьего класса. Что касается города Магадана, это район объездного шоссе, освещенной лыжной трассы. Такая же площадка есть на Уптаре в районе бывшего здания ЖКХ и в сквере в поселке Сокол. Площадки можно использовать до схода снега. Устанавливать изделия нужно на твердую поверхность, вертикально. Запускать салюты и фейерверки стоит на расстоянии вытянутой руки, ни в коем случае не наклоняться к ним. После использования нужно забрать и утилизировать остатки пиротехники. Если изделие не сработало, нельзя подходить к нему в течение 10 минут. Потом нужно залить водой на сутки и только после этого выкинуть вместе с обычным мусором. В помещении использовать пиротехнику нельзя. Также запрещено запускать ее с крыш и балконов.